Друзья, привет всем! Сегодня у нас экстренный выпуск. Нахожусь сейчас на первой береговой линии, это Каргиджак. Это уже, я снимаю это видео после нашего первого видео, которое мы уже сняли на объекте, но так получилось. Просто хочу вам показать, смотрите, первая береговая линия. Речь пойдет о новом объекте от нашего застройщика, от компании Stay Property, который находится на первой береговой. Через дорогу здесь, видите, такой приятный парк, кемпинг. Вон туда можно на машине подъехать, большая парковка. Здесь могут детишки ваши играть. И наш новый объект находится вот здесь. Через дорогу буквально, вот видите, где вот этот красный рукав заливает бетон. Цены вас очень приятно удивят. Поэтому всем приятного просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно отсылайте это видео для тех, кому оно будет интересно, полезно. Очень хорошая инвестиция, первая береговая. Все хотят купить квартиру на первой береговой, все хотят снимать квартиру на первой береговой. Все, сейчас благодаря монтажу перемещаемся туда. Поехали! И вот наш новый проект от нашего застройщика. Домик будет небольшой, как я помню, 19 квартир, да, всего? 19 квартир, открытый бассейн, спортзал, сауна. На первом этаже будет магазин и, скорее всего, может быть, ресторан, не знаю, что будет, потому что это будет сдаваться или в аренду, или продаваться своим собственникам. А макеты у нас есть уже? Появятся сейчас на экране? Да, они появятся сейчас на экране, если волшебным способом Никита все это загрузит. Значит, тут уже со второго этажа, друзья, уже даже с первого этажа, потому что это же будут магазинчики здесь. Покажу, наверное, магазинчики. То есть первый этаж – это коммерция, магазинчик? Да. То есть со второго этажа у нас уже… Ну, вид на море получается. Посмотрите, какой мощный фундамент. То есть, если мы говорим о сырости, друзья, то здесь ее не будет. Посмотрите, да, как это, ну, вообще. Ну, просто подушка очень толстая, да. Сколько этажей будет? Этажей будет, значит, 3 этажа, это будет 1+1 только. И 4-5 это будут дуплексы, 2+1. Цена. Цена, понимание, самое главное, цена, первая береговая линия, цена. 45 тысяч евро. 45 000. От 45 тысяч евро на первой береговой, друзья, в новом доме. Это вообще круто. Плюс можно в рассрочку даже купить. В рассрочку до конца строительства. И квартиры идут уже 50 квадратных метров, что считается сейчас, в данный момент, стандартным размером квартиры 1+1. В общем, срочно обращайтесь, скинем прайс-лист, все, что осталось. Мы только сейчас, еще ни одной, да, проданной нет? Ну, его только открыли. Вот там, по-моему, одна вот эта по 45, остальное уже все подороже. Кто заберет, тот заберет. Друзья, вот такой вот у нас застройщик, молодец, мы так радуемся. Ну, просто первая береговая, это же вообще круто. Круто. И очень быстро строят. Мы проезжали буквально, вот когда тот снимали, помнишь, просто земля была. Да, молодцы. Срок сдачи. Быстрее сделать. Вообще говорят год, но я думаю, что это будет быстрее, потому что мы тут вообще строить. Ну, маленький, да, он небольшой. Нет, нечего, продастся все быстро. И нам бы тоже надо бы купить тут, потому что здесь сдаваться бы хорошо. Все, друзья, сейчас номер мой появится на экране. Пишите, звоните в WhatsApp, бронируйте, покупайте, живите на первой береговой в Каргиджаке, в Алании. Сдавайте очень выгодно на первой береговой. Конечно. Ну, в общем, объект очень классный, очень интересный, так что звоните. Пока все не разобрали. Сейчас неделя, две все разлетится.